Его путь в профессию начался 19 лет назад, когда после окончания военно-медицинской академии он остался в родном Ленинском районе и начал работать фельдшером скорой помощи. Затем перешел в стационар, врачом приемного отделения. А с 2003 года трудится в кардиологическом отделении. Интерес к лечению сердечно-сосудистых заболеваний возник еще в интернатуре. В настоящее время создана сеть сосудистых центров по Московской области, куда поступают пациенты с инфарктом миокарда. А в 2003 году и, соответственно, на протяжении 10-15 лет после этого все пациенты с острыми инфарктами миокарда, с прединфарктным состоянием проходили лечение здесь. Ну, наверное, вот это послужило таким важным обстоятельством, что я выбрал именно эту профессию, именно заниматься лечением наиболее тяжелых пациентов. Под руководством Дмитрия Орловского работает 5 врачей и 25 медсестер. Кардиологическое отделение – одно из самых больших в Видновской районной клинической больнице. Ежегодно лечение здесь проходит порядка 2000 человек. Это пациенты с нарушениями ритма сердца, сердечной недостаточностью, повышенным давлением. Отделение рассчитано на 65 коек. 6 из них находятся в палате интенсивной терапии, которая оснащена современным оборудованием. Врачи владеют всеми функциональными методами обследования. При необходимости пациента переводят в один из федеральных или региональных сосудистых центров. Это специальность сложная, но она очень интересная. И дело в том, что это специальность, которая каждый год, каждый даже полгода в ней появляется что-то новое. Появляются новые препараты, появляются новые методы лечения. Интересно, когда человеку это все помогает. Когда ты видишь пациента, который раньше приходил к тебе каждый месяц, а с появлением новых препаратов, да, эти случаи госпитализации пациентов становятся реже. Сотрудники кардиологического отделения все как один считают доброту самым главным качеством врача. Без нее невозможно работать с пациентами. А те, в свою очередь, уверены, Дмитрий Орловский именно такой – добрый и внимательный. Доктор очень хороший, внимательный, постоянно приходит, узнает, как наше самочувствие, дает свои рекомендации доктору, лечащему врачу. Мы очень довольны. Обстановка в больнице хорошая, все чисто, хорошо, питание хорошее. В 2012 году в отделении был сделан капитальный ремонт. Силами персонала здесь удается поддерживать чистоту и порядок. А Дмитрию Орловскому удается создавать в коллективе хорошую атмосферу. Атмосфера очень хорошая, дружная. Все друг другу помогаем где-то что-то, все стараемся прийти на помощь. Саморазвитие заведующий кардиологическим отделением считает важным аспектом своей деятельности. Регулярно посещает медицинские семинары и конференции. А лучшая награда за труды – здоровые люди. Больше всего радует в профессии то, что когда ты выходишь на улицу в нашем городе, видно, практически каждый второй тебя знает. Каждый второй или непосредственно пациент, это или их родственники, которые подходят, говорят спасибо. И в преддверии Всемирного дня сердца мы тоже хотим сказать спасибо всему кардиологическому отделению Видновской районной клинической больницы за их самоотверженный труд. Юлия Погосян, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ.